этот день для экологической акции по уборке и благоустройству на территории Московского района Бреста было определено 5 основных локаций. Одна из них по улице Медицинской возле областной больницы. Здесь ежедневно проходят тысячи людей, а потому, чтобы лесной периметр радовал и гостей, и жителей города, важно поддерживать его в надлежащем порядке. Сегодня работают здесь порядка 350 человек. Работают работники медицинских учреждений, которые здесь расположены, студенты медицинского колледжа, студенты технического университета, частично работники администрации, охраны природы. Здесь тоже периодически те акции проводятся. Уже год назад, ближе к трассе М1 Красмосковской, тоже работали, проводилась такая акция. Поэтому хочется, чтобы в районе медицинского городка был наведен порядок. Порядок, конечно, начинается у каждого возле дома. Для того, чтобы сделать наш первый регион самым чистым, самым красивым, зеленым, должны участвовать все в этом. Сегодня мы видим, как при поддержке губернатора, при поддержке местных органов власти ведется громаднейшая работа, понимание того, что мы должны сделать наш регион самым красивым, самым зеленым и самым чистым. У каждого из участников акции была своя задача. Одни убирали бытовой мусор, другие вели расчистку от поросли и собирали обрезанные ветви. Сегодня сотрудники милиции Брещины совместно с МЧС, представителями, спасателями, наводим порядок на территории нашего любимого города. Мы вооружились хорошим настроением, мы заряжены на позитив. Здесь у нас областная больница, здесь со всей области приезжают люди, которым нужна медицинская помощь. Но мы свою помощь через лес, через природу передаем этим гражданам. Мы за чистый воздух на территории нашего города, поэтому здорово, что мы присоединяемся к этой акции. В этот день к экологической акции на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» присоединились также порядка 150 человек. Это представители администрации Ленинского района, Белорусского союза молодежи, сотрудники предприятия «Брестэнерго» и просто неравнодушные горожане. С отличным настроением и желанием преобразить свой город они дружно взялись за работу. Потрудиться на таком священном месте для каждого белоруса, да и не только, я считаю, что это важно и почетно в том числе. Когда мы приглашали молодежь, скажем так, она шла с удовольствием сюда, и мы будем продолжать сотрудничать на протяжении всего месяца. В периметре крепости планируется строительство Республиканского патриотического центра. И представители студенческих отрядов Брещины хотят максимально расчистить территорию для будущего объекта.